Людям среднего мира мое большое приветствие. И вот мы с вами входим в самый мощный энергетический период уходящего года. И сегодня новолуние. Впереди 21 декабря, когда умирает и рождается солнце. Такая концентрация природных энергетических точек, ее, пожалуй, нет ни в одном месяце. Вы готовы? Я готова. Впереди у нас очень-очень непростой год.